Здравствуйте, меня зовут Белеевская Лариса Федоровна, я врач-невролог высшей категории со стажем работы 35 лет. Ко мне часто обращаются пациенты с болью в плече. Это очень мучительный симптом. Люди не спят ночами, они носят и баюкают свою руку. А причины боли в плече могут быть самые разные. Во-первых, это могут быть отраженные боли. Если болит правое плечо, то в первую очередь нужно проверить желчный пузырь, нет ли там камней в желчном пузыре, или не сигналит ли вам печень, которая просит о помощи. А если болит левое плечо, это может быть то, что плохо с сердцем. Боль может быть не в сердце, а в плече. Поэтому в первую очередь обследуются эти органы. Ну а чаще всего все-таки это бывает самый такой банальный диагноз – плечелопаточный периартроз. Что это? Это опять-таки рука у нас, руками мы работаем, сустав изнашивается и с возрастом, и после травмы. Поэтому требуется комплексное лечение. Здесь используются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины, хондропротекторы. Одним из нестероидных препаратов является Илокс. Он выпускается, это производная мелоксикама, он выпускается в удобных пластиковых ампулах, делается внутримышечно, подкожно. Можно делать его в течение 10 дней. У него минимальное влияние на желудок, почки и сердце. Нужно обязательно снимать боль, потому что боль, она провоцирует спазм, и образуются так называемые мышцы, перестают двигаться. Чтобы обездвижить, чтобы убрать боль, человек перестает двигать рукой, и может возникнуть замороженное плечо. Здесь нам очень поможет такой препарат, который называется лидометол. Он расслабляет мышцы, но он не действует на давление. А если у нас расслаблены мышцы, значит идет хороший кровоток, значит идет хорошее питание. Лидометол выпускается тоже в пластиковых ампулах, очень удобен в употреблении. И именно комплексное сочетание Илокса и лидометола дает наиболее хороший результат. Чтобы улучшить, получить более комплексное лечение, можно добавить хондропротекторы, такие как ортогестан. Субстанция производится в Испании, поэтому это препарат европейского качества по доступной цене. И, конечно, поскольку у нас сдавливаются нервы, а в плече у нас находится плечевое сплетение, которое вот и дает боль, и вот нервы, они кричат от боли, поэтому неплохо добавить препараты витамины, витаминного комплекса. Это очень хороший препарат, тоже комплекс B1, B6 и B12, ларигама. Только комплексное лечение вместе с физиотерапией, вместе с активной лечебной физкультурой, мануальной терапией можно получить хорошие результаты. Но все-таки диагноз самим себе не стоит ставить. Обязательно при первых симптомах не затягивайте, обращайтесь к своему лечащему врачу.